2 октября в нашем городе будет проходить Кубок России по самбо. Я считаю, что для наших горожан это будет праздник. Праздник в ожидании красивых, ярких побед наших земляков. Мы рады видеть наших гостей на этом этапе соревнований. Я верю, что участники покажут красивые, запоминающиеся схватки. Я всем желаю ярких побед, а кставчанам не разочаровать своих земляков. Уважаемые болельщики и любители самбо, я хочу пригласить вас на Кубок России, который состоится в городе Кстово. Приходите и увидите борьбу настоящих профессионалов. Я приглашаю вас 2, 3 и 4 октября на Кубок России по самбо. На соревнования приедут все ведущие спортсмены, чемпионы мира, чемпионы Европы, победитель Кубков мира по спортивному самбо, женщины и мужчины, а также боевому самбо. Октября в 17:00 состоится торжественное открытие часовни в честь Архангела Михаила. В 18:00 торжественное открытие Кубка России.